У меня какая-то не очень красивая картина нарисовалась сразу о том, как если исчезла Москва, и что будет дальше с людьми и с Россией. Мне почему-то кажется, что начнутся какие-то междоусобные войны бесконечные, что начнется полный грабеж, начнется дикая дележка власти, потому что русские люди не могут по-другому, они привыкли силой все брать, никаких умных людей не найдется, которые возьмут все под свой контроль и действительно сотворят новое государство. Я боюсь, что это не самое лучшее развитие для России, когда исчезнет Москва. Потому что, конечно, Москва является центром, понятное дело, России, и как бы кто не хотел, это понятно, что огромный мегаполис, без которого, конечно, это сердце, без которого другие органы, честно говоря, не очень хорошо ориентируются. Поэтому боюсь, что если Россия лишится сердца, будет тяжеловато это людям, которые населяют нашу Россию. Войны, дележка власти, дележка земель, непонятно, чем все это закончится. Вообще, может быть, Россия не станет в итоге, все поделятся вот на такие маленькие государства, будут там свои какие-то чиновнички, там князьки сидеть, управлять, стараться. Потом они, конечно, может быть, захотят объединиться кто-то, потом снова все разругаются. Ну вот почему-то мне такая картина предстала, ничего хорошего я не придумала. Лучше не надо, давайте пускай Москва остается там, где она стоит.